сегодня Рождество, я поздравляю всех с святым праздником. Мне надоело искать советские монетки. Точнее, я не их искал. Задача моя немножечко другая. Я решил пройтись по старине. И сегодняшняя первая находка. Вот такая вот крышечка от чего-то. С узором. Но что это такое и от чего, я, к сожалению, не знаю. Буду спрашивать у экспертов. Пойду дальше, может быть, еще что-то интересное найду. А еще самым интересным, что можно встретить, так сказать, в реликтовом лесу, в котором даже алкаша еще не было, вот такого размера сосны. Чтобы понять ее размер, я вам сейчас покажу. Такая сосеночка. Как все-таки приятно быть первооткрывателем. И следующая находочка. Вот такая вот медная, скорее всего, штучка. Но от чего, непонятно. Но материал металла точно такой же. Возможно... Да я даже не знаю, что возможно. Вот. Хотя нет, материал разный. Вот здесь вот на крышечке завитушки резные самодельные. А вот здесь вот на этом предмете все-таки, ну, не симметричный узор, но уже такая более современная штамповка. Но медь. Ладно, уже два предмета. Сигнал пробочный под этой довольно-таки молодой сосной. А оказался, здесь я уже руками среди корней выкапывал, а оказалось, монетка торчит. Вот так. Ух ты, какая хорошенькая. В хорошем состоянии. Ух ты. Так, а какой же год? 31-й пятачок. Чё-то мне прям в этом году, в 18-м, на пятаки прям везет. Одни пятаки прям. Чем-нибудь бы постарше бы, поинтереснее бы еще. Неплохо бы. О, красавец. Это вот пятый круг вокруг моих двух находочек. И всего лишь метр отделял от пятака. Вот так вот бывает. Метр и предмет. Потрясающий здесь лес. Вот чего-чего я не ожидал здесь обнаружить. Этого я уже накопался на Новый год. Копеечка. 73-й год. Идеальнейшее состояние. Вот что значит другой грунт. И опять пуля. Очень неожиданно в этом месте. Но, скорее всего, это все-таки охотничье больше. Вот такая вот находочка. Не знаю, как народ выкапывает по 10-20 монет. Но вот интересная находочка. Опять-таки, что это такое, я понятия не имею. Вот. Но узорчик присутствует. Вот такая вот вещица. Что это такое? Но это не пряжка, это точно. Что это такое? Непонятно. Ладно, иду дальше. Ну что? Преследуют меня копеечки. Очередная копеечка. 81-й год. Текс. Идем дальше. Один из шести оврагов я прошел, копейка всего лишь. И, наконец-то, очередные 5 копеек. 39-й год. Вот такая вот красивая, желтенькая советская монетка. Через 2 года война.
Так, от пятачка я далеко не ушел. Рядом с пятачком оказались еще 20 копеек 38 года. Потрясающая сохранность монетки. Вот такие вот 20 копеек. Ух, красавица. Ладно. Итак, закопав мои ямки, я, пройдясь металлоискателем, обнаружил еще одну монетку. Такс, и это 15 копеек, 36 год. Сейчас я ее почищу. Так, ну вот я ее почистил. Вот такая вот монетка 36 года. Странная попка от гильзы, нестрельная. Написано МОСК. Дальше непонятные знаки. ОП и НО. Непонятно. Но интереса не представляет. Но интересная штука. Вот такая пуля попалась. Огромнейшая пуля. Но вот от чего я не охотник. Нарезы есть. Стреляная. Вот это пулька. Ага. На медведя, наверное. Прям какой-то криминальный лесок. Гильза от револьвера еще. Интересно. Ну, вот она вылетела. Двушечка. Двушечка. О, какая ровная цифра. 50-го года 2 копейки. Отличное состояние. Вот что можно сказать про тех, кто находит кучами древние монеты. Вот сомневаюсь я, вот хоть ты тресни, сомневаюсь. Так, а оказалось, что вместе с двушечкой тут еще лежит 3 копейки. Так, какой же год? 49-й. 3 копейки. Ну что ж, интересно. Итак, как оказалось, на этом месте уже 3 монеты. И третья здесь 15 копеек 46-го года. Ха. Да. 3 монетки в одном месте. Бывает, бывает. Итак, вот что у меня получилось. Монетки. Ну, монетки, это понятно. Значит, я понял, что это такое. Это я не специалист по производству ножей, но это от ручки ножа. А вот это вот бусина. Единственное, что я не понял, что вот это вопрос. Ну, а все остальное монетки, это все понятно. Вот такая вот копалочка получилась рождественская.